МВД взывает к помощи татарстанцев. Пропал человек. Хизабудинов Ринат Эльдарович 25 марта вышел утром из дома и не вернулся. Был одет во все черное, куртку, балоневые брюки и зимние ботинки. С собой была сумка через плечо. Рост 1,82 м, 1,84 м, худощавого телосложения, носит очки. Страдает сложной формой гемофилии, это несвертываемость крови. Ушел без лекарств, может находиться в любом населенном пункте. Все, кто обладает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону 8 800 754 52 или 02.